Здравствуйте, Геннадий Андреевич. Заварил ты кашу, и мы с кашей наварили. Так, Татьяна, когда пекли? Сегодня. Всю ночь пекли. Отлично. Вот. Потом будет осмотр всего предприятия, 4 группы проедет внимательно. Затем осмотрим там технику, в 12 часов начнем наше пленарное заседание. Приглашаем вас. Партийные билеты членов Коммунистической партии Российской Федерации вновь приняты в ряды партии. Из рук Геннадия Андреевича Зюганова, председателя ЦК КПРФ. Уважаемые товарищи! Судя по фамилиям, вы видите, что здесь работает поистину интернациональная семья. И наша партийная организация увеличивается день ото дня. Поздравим еще раз вновь вступивших в эту партию. Сюда прилетал на вертолете, посмотрел хозяйство, и Иван Иванович предложил взять бывшее там банкрот предприятие в амин. Сразу земель много, Иван Иванович говорит. Кто прилетал? Миниханов, Татарстан. Миниханов, да. Потому что не пугает ли вас наш красный флаг сверху? А он говорит, что для нас самое главное, чтобы люди работали и зарплату получали. А красный флаг, я пацан, когда был молодой, под ним ходил, поэтому меня не смущает. И вот у нас теперь в Татарстане тоже идет бурное развитие. Кировский завод в 90-е годы пыталась захапывать мафия. Прекрасные доктора и хорошие танки, и корабельные, ну, в общем, все умело. Приходилось нам выезжать большой командой, чтобы от этой мафии отбить предприятие. С большим трудом. К несчастью, к сожалению, директор предыдущий погиб в этой схватке. Возглавил его сын. И вместе с сыном пригласили Серебрякова, директора с Харьковского тракторного завода, и с ним восстановили тракторное производство. Я выезжал допускать конвейер. В этом году до сентября произведут 2000 тракторов новой модификации. Уже 9 стран ее покупают. Казанков заказал нам пару тракторов, вот они уже здесь работают. Посмотри, чтобы Россельмаш был виден. Как мы туда Москву начинаем поставлять стабильно, так цену они снижают. Как только мы останавливаемся, опять поднимают, чтобы нас туда заманили. Сейчас Москва хитрый город. Очень хитрый. Есть материалы этой нашей уникальной программы народной власти вместе с КПРФ.
10 конкретных шагов по решению этой важнейшей проблемы.